С 1 сентября в Московской области вступил в силу закон, согласно которому владельцы собак должны официально зарегистрировать своих домашних животных в едином реестре. Нововведение позволит упростить поиск собаки в случае ее пропажи, а также повысит уровень ответственности владельца животного в случае неприятного инцидента. Регистрация животных проводится в государственных бюджетных учреждениях ветеринарии Московской области. Провести ее можно, непосредственно обратившись в наше учреждение ветеринарии, либо записаться электронно через портал государственных муниципальных услуг Московской области. Процедура несложная и безболезненная. После оформления соответствующих документов питомцу под кожу в район холки введут специальный чип, содержащий всю информацию о нем. Одновременно с этим профайл животного появится в едином реестре. Валерия Данилина, хозяйка метельшнауцера Эшли, считает, что подобная практика позволит навести порядок с бездомными животными. В Европе всех собак чипируют, поэтому она пришла уже чипированная. Если это будет, ну, принесет какую-то пользу, то есть собаки не будут теряться, за собакой будет владелец, все это будет. Поэтому начало хорошее. Чипировать необходимо всех собак, достигших трехмесячного возраста. Заявление на процедуру можно подать на региональном портале госуслуг в разделе «Регистрация домашних животных». С 1 сентября, когда вступило в силу постановление правительства Московской области и порядок регистрации, владельцам животным дан срок в течение полугода, чтобы пройти данные регистрационные мероприятия. Обязательному учету подлежат пока только собаки. Кошки на настоящий момент могут быть чипированы по желанию владельцев. Закон распространяется на постоянных жителей Подмосковья. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.